Приветствую, друзья! Мы уже на месте, даже на точке. Это Веселовское водохранилище, куда мы приехали двумя экипажами. Вон там, если вы увидите, это наш второй экипаж. Серега, Вовчик и Виктор, с кем я сегодня в его лодке, кстати. Привет! Так вот, мы уже тут. Сейчас собираем снасти. Рыбку по эхолоту нашли. Это проверенное место, где она стоит. Будем пробовать ловить. Ну а дальше уже будем действовать по ситуации. В общем, Веселовское водохранилище и сегодняшние приключения. Спиннинг, который я сегодня с собой взял, это Hearty Rise Halcyon X, модель 822L. Длина 2 метра 49 сантиметров и тест от 3 до 18 грамм. Такой экстрафастовый спиннинг, как и многие хертики с очень такой живой тубулярной вершинкой. Экстрафаст и рабочая вершинка. На спиннинге установлена катушка Daiwa Ninja UT, размер 2500. Нормально подходит, можно 3000-ник, можно 2500. В принципе, они особо сильно не отличаются по внутренностям, только по диаметрам шпули. Но в целом по весу, по эргономике нормально оба варианта. На катушке намотан кальмаровый шнур Yamatoe Aorica Covers. Это 8-жилка, более скользкая, более тихая. Мне нравится, в принципе, нормальная. 0,5 PE. Подходит под тест спиннинга и для ловли как по верху теста, соответственно. Ну и в пределах теста, скажем так. Здесь окунь и судачок, поэтому поводок из флюорокарбона. Через застежечку вертлюжок привязываюсь. Здесь застежка, диаметр 0,3 мм и длина где-то 30 сантиметров достаточно. Взял с собой такое количество, 6 упаковочек разных приманок. Это Essex, сайт, где вы можете посмотреть их. Разного размера, разные расцветки. Буду пробовать ловить на разные приманки. Есть и как новинки от компании Essex, Горыныч, Богатырь. Я уже на них ловил, только на размер 4 дюйма. Это у меня 3 дюйма. Но начну, наверное, такой с классической формы и яркой расцветки. Шизи 2,8 дюйма, 71 мм в таком ярком цвете. Прогонистая. Форма классическая. И буду оснащать джиг головкой, потому что нравится, как приманочка работает на джиг головке, нравится, как джиг головка засекает получше, чем офсетник и чем двойничок. Все, готова приманка. Ну, поехали. Будем пробовать ловить. Первая рыба за два экипажа поймана. А, вторая рыба. Ну и такой, кстати, размерчик нормальный. Вот такой небольшой. Вот такой тут рельеф. Видите, небольшой свальчик есть с мелководья. И в принципе, видно рыбку. Конечно, HDS показывает обалденно все. Все вот эти вот нюансы, тонкости, все-все хорошо показывает, все видно. То есть рыбу видно, и в толще воды видно, и тени отбрасывает хорошо, и по рельефу прям четенько все показывает. Эхолот, структурник отличнейший. Немножко обошли парней с разных постановок, пробуем. Находим рельеф, есть тут перепады, есть глубины, есть мелячки, есть травка, все есть. Рыбу показывает, но не хочет. Вон парни тоже срываются с точки, хотят немножко перейти. Рыба есть, но капризная, кушать совсем не хочет. Кстати, друзья, я с собой взял свой моторчик, это Таяма, 9,9 лошадей, а вот лодочка это Витька Хантер 360. У него очень такой толстый баллон большой, широкий кокпит, ну и много всего можно разместить.
что он творит. Тяжеленькие. Приятненькие. Ну и я буду пробовать ловить. Рыбка плещется, рыбку нашли. Как бы она себя проявляет. Тут небольшая глубина, есть и травка. И глубина такая порядка 3,5-4 метра. То есть довольно комфортно, чтобы можно было ловить на небольшие веса приманочки. И как раз таки для стоянки окуня. А нет, вот. Есть. Вот он. Недалеко от лодочки. А мы как раз думали, что он на выбросе. Оказывается, он тут есть. Вот он, первый. Первый небольшой окунь, которым я открываю сегодняшнюю рыбалку. Я в последнюю очередь поймал рыбу. Самый последний на сегодня открывший рыбалку. Но... Друзья, нашли, нашли окуня. Ага, и у меня поклевка была. Есть, еще поклевка. Да вы посмотрите, какой он агрессивный. А Витя вытягивает. Мелковат, да. Хотя повел куда-то. Самое главное, что ты-то ее нашел. Да. Ага, под лодочкой. Смотрите, друзья, дуплетиком, да? Еще его еще сопровождают. Положу. Да, конечно, окунь мелковатый, но чтобы половить, снять, как говорится, скомину, насладиться поклевками, я считаю, можно. Но были окуни и покрупнее. Подвис без поклевки. Ну, как сопротивляется. Наверное, немножко покрупнее рыбка. Или как-то неправильно засеклась, да. Он как-то... Хотя нет, по-честному пытался скушать такую приманку. Еще один. Тут он рассредоточенный, тут его много. Вон еще парни подошли тоже на точку. Ну-ка. Вот, а, кстати, у Витька покрупнее рыбка, чем у меня. Приманочка у него натурального окраса. Показывай. О, красота. Да что такое? Закидываешь, друзья, и сразу начинаются теребуньки. Есть, подсел. Подсел. И у тебя? Да. Вот, опять дуплетом, опять с Витьком поймали. И вон еще, кстати, парни тоже поймали. А кушок тут в количестве. А, у тебя сошел, да? Нет, помню, а вот. Вы видите, как все активно. Вот он красавец. Небольшой. Его бы, конечно, на микроджик ловить, но окунь приятненький. Мы искали и нашли. Сейчас оскомину собьем, будем дальше искать. Но пока ловим таких небольших окушков. Но у Витька, кстати, натуральная приманка была, а сейчас теоспиннер. Я не меняю. Вот. Есть. Вот он. Сначала какой-то дюб-дюб был. И потом ощутил эту тяжесть. О, получше экземплярчик. Извиняюсь. Вот этот уже поинтереснее, да, кушочек? Конечно, приманочка не для него. Ну как и для него, но много холостых на самом деле. И вот он хороший уже такой полосатик. Такого уже приятно. Даже на спиннинг до 18 грамм такого окуня уже поприятней вываживать.
Но поклевок очень много, холостых подбивает. Там пищевая конкуренция огромнейшая. Вот, поймал сразу же. Он друг друга сопровождает, он друг у друга забирает приманку. Кто успел, как говорится, тот и съел. Кто не успел, тот опоздал. Вот он. О, вообще маленький был. Витя кого-то впорол такого. У него же фрикцион трещит. Я говорю, затяни он. Нет, не буду. Буду всех... Буду всех шокировать фрикционом, звуком. Да, спиннинг, кстати, до 14 грамм. Тоже такой лайтик. Но помягче немножко. Это оптимус. Достал, показывай. Ну, размерчик, друзья, нормальный. Аппетитный размер. Зачетник. Ты ему щелбана дай. Ну, нормальный, да, друзья? Хороший. Они поэкспериментировать ли с приманочками? Раз окунь и такая приманка, даже небольшая, 70 мм, она ему просто-напросто большая, то можно кое-что придумать. А придумать можно это тейл-спиннеры. Тем более этот тейлик, кстати, циклоп, 12 грамм. Именно этот тейлик у меня уже разловленный, как видите, он покусанный. И интересная модель, можно легко через крепочку менять размер тройничка при необходимости. Такая натуралочка, синенькая спинка, беленькие бока, ну и брюшко яркое. Посмотрим, как железяка сработает. Должна работать. Там, конечно, травка на дне. Не будет за крючок цепляться, но приманочка как шумовая очень хорошо работает. Ага, сразу же. Сразу же, друзья, с выброса. Да, сидит. Сидит и сопротивляется. Вот так вот бывает. Угадал. Прям под нос подбросил. То, что окуня заинтересовало. Ну и плюс еще по размеру приманка намного меньше. Ее проще сожрать. О, какой. Ух, как он сопротивляется. Хороший? А, друзья? Хороший. И очень буйный. Вот. Приманочка сработала. Оттуда же. Почти с выброса. Небольшой. Ну, кто успел, тот и съел. Это что-то такое посильнее, чем маленький окунь. Либо очень резвый, ну, либо немножко большего размера. Ну, такая была подтяжка хорошая. Не поклевка, а подтяжка. Вот, и под лодочкой. Раз такой, куда-то пошел. Ух ты, хороший. Во, размерчик уже нормальный, приятный. За самый-самый краешек заодно жало, если посмотрите, на тоненького. Но спиннинг не слил его. Было несколько подбоев, потом просто подтяжка. Но он, видимо, хватает в полете и начинает уходить. Но это тоже чувствуется поменьше. Да, поменьше. Но тейл спиннер также и сегодня работает. Хорошая рыбка сидит. Подсак надо? Нет, подсак не надо. Это просто хороший окушок, но без подсака обойдемся. Пошел к поверхности, как щука. О, как, смотрите, под лодкой давит вниз. Размерчик нормально. А, он еще и придавил. Да? Он еще и немножко придавил. Да.
дуплетиком, друзья. Витя вел в толще воды, теоспиннер. Ну а я в джиговой манере. Вы бы видели поклевку окуня в толще воды. Ну, я это хорошо. Я уже вот он. Еще его сопровождают. Да, у тебя покрупнее. Да такой же. Такой же, одинаковый. Давайте, друзья, сравним. А ну-ка, Виктор, давай. Одинаковый. Два брата-близнеца. Оба на тейлике. Ну, смотрите, как зажрал. Прям там, да, надо аккуратно извлечь. Ох. Тоже, да? Подтяжка. Нет, на проводке. Просто подбой, подтяжка. И идет, еле-еле сопротивляется. Потому что небольшой. Ну, совсем небольшой. Просто какой-то резкий. Тут. Ох-хо-хо-хо-хо. Трещит как фрикцион. А ну закрути фрикцион чуть-чуть. Не-не-не, не закручивай. Это рыба нормальная. Ну, да. Это тебе не хухры-мухры. А, поймали друг друга. А мы уже думали, что тут трофей. Вова, Вова, как ты? Ну давай я тогда выматываю. Вот так иногда бывает, друзья. Все, друзья, мы окуня половили, оскомину сбили и теперь хотим поискать что-нибудь и покрупнее. Так что перемещаемся на новые точки. Кстати, друзья, очень даже хорошо, моторчик 9,9 полной вот этой вот экипировки, два человека, лодка 3,60, которая на самом деле весит, ну, достаточно много. И мы на неполном газу 3 четверти, 30 км в час. Конечно, можно и побыстрее, но мотор еще не сильно обкатан, не до конца, поэтому щадящий режим. Ну, а так все четко заводится, все хорошо, Тояма, моторчик мне нравится. На новое местечко перешли и хочу попробовать новую приманочку. Это Essex свинки 3,2 дюйма, 80 мм, натуральный цвет. Яркая приманка, как-то плоховастенько работает. Вот попробую натуралочку. И такая прогонистая. И мягенький такой силикончик. Балка, большая садковка. Здесь такой островок. И стали напротив него. По эхолоту увидели какую-то рыбу. Но это в толще воды мирная рыба. Надеемся, что хищник тут будет. Вообще, большая вода пока не радует. В балках и то получше. Ну, на мелководьях, она относительных, на 4 метрах. Но мы ищем, перемещаемся. Жарко уже, конечно, кататься. О, кто-то подсел, да? Какая-то маленькая рыба подсела. Очень-очень маленькая. Такая маленькая, что даже не сопротивляется. Ага, все понятно, да, все понятно, да, вот какую мирную рыбу мы видели, вот кто ловится, по-честному все, кого-то Витек поймал. Ну-ка. Ага, клыкастый. Давай, 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 во!
что это? Ну, прозрачный, клыкастый. Прозрачный, клыкастый. Ну, с зубами. Китыч. Воин. Да? Докидай его, пока не обжарился. Где большие дружочки твои? Кого-то он там поймал, да. Есть рыбка, есть. Полосатый. Ну и наш экипаж отличился. Не только там ловят. Кстати, железки лучше работают, чем силикон. Тейл-спиннеры. Окунь. Окунь. Есть контакт. Вот здесь вот бровочка. Свальчик такой небольшой. И со свала. Нет, подсак не надо. А кто это только, я не пойму. Окунь, окунь. Да, такой забагренный, но нормального размера окунь. И откусил хвостик приманки. Ах ты бесстыжий. Ах ты негодяй такой. Так, еще один полосатый, да. Тоже нашли нормальное местечко. С небольшим рельефом. Со скоплением мирной рыбы и хищника, хоть и такого, но его тут достатки. Обошли нас, стали рядом и теперь решили нашу рыбу вылавливать. Вот так вот иногда бывает. А еще друзья называются, еще рыбаки. Да-да-да. Ну, смотрите, у них до плетиком окуня, ну и такие неплохих размеров. О, красавец. Да, Вовчик? Ага. Подобрал он даже толще воды в проводке. Ух, как сопротивляется. Ничего себе. Даже лодку немножко разворачивает. Кто ты, воин? Кто ты? Что за силы в тебе скопились? Хороший. Ну такой. О, да. Жирательный. Вот такой вот окушок, друзья. За сегодня это самый крупный окунь. Вот такой красавец, да? Приманочка как раз 3 дюйма ему. То, что и нужно такому красавцу. Сидит, вот он. И на силикон, правда, очень вяло. Но можно уговорить. О, какой трофей. Ну, хотел скушать приманку. Витек поймал последнего на сегодня окуня. Обычно я закрываюсь окунем, но сегодня... Виктор, давай, хвастай. Кого ты там выловил? Я что? Говорю, это необычная рыба. Необычная? Сегодня там такой не было. А обычная это, полосатый. На силикон. Закончим силиконом. С силикона начинали, на силикон и заканчиваем. Покажи трофей. Ну, это я, конечно, образно про трофей, но... Этим окунем, друзья, мы закрываем сегодняшнюю рыбалку. Спасибо. Все, друзья, наши приключения на Веселовском водохранилище закончились. Мы сегодня очень хорошо половили хищника. Было много окуня, хоть он и небольшой, но было столько много, что можно устать ловить. Отличная рыбалка, отлично покатались, позагорались и теперь домой. Если вам понравилось видео, друзья, то, как обычно, лайк, подписка, колокольчик. До новых встреч на новых рыбалках.